Группа депутатов Сената накануне прибыла в Мангыстаускую область. Цель визита – обсуждение послания президента народу страны. На первой в этом году сессии областного маслихата народные избранники рассказали об основных положениях стратегического документа и задачах, поставленных главой государства. Парламентарии подчеркнули необходимость развивать малый и средний бизнес, всячески поддерживать предпринимателей, которые могут обеспечить рабочими местами безработных. А для реализации инвестиционных проектов нужно использовать транспортные возможности международного морского порта, железные ветки Бейнеу-Жезказган и автомобильных дорог, соединяющих область с Россией и Туркменией. Я думаю, что вопросы, связанные с развитием геологоразведки, также очень важны для Мангыстау. Запасы, на которых сегодня работают нефтяники, они разведаны достаточно давно, и сегодня пополнение этих запасов, проведение геологоразведочных работ на шельфе Каспийского моря, это все требует новых подходов, о которых глава государства говорил в своем послании.